Сложный пароль, лицензионный антивирус и бдительность – инструкция для любого юзера. Урок по кибербезопасности провели для учеников гимназии номер 9 в Химках. Сотрудники правоохранительных органов рассказали ребятам о главных правилах поведения в интернете. Надежный пароль спасет от уловок злоумышленников. Главное – самим не передавать личные данные и не переводить деньги в сомнительных ситуациях. Интернетом сейчас пользуются все, наверное, начиная уже с 5-летнего возраста, то мы стараемся охватить всю аудиторию, то есть всех учащихся, которые есть у нас на территории городского округа Химки. То есть мы такие лекции проводим систематически во всех учебных заведениях. Ребятам напомнили, что на просторах интернета много мошенников, а подозрительные письма лучше сразу отправлять в спам. Сегодня лекцию по кибербезопасности посетили больше полусотни школьников.